Народ, всем привет, с вами Дмитрий ФМ, и это прям экстренное включение практически с места событий. Смотрите, какой красавчик. У вас буханка 2011 года выпуска. Сейчас прям кратчайший обзор. Немного информации накину. Подписчики моего канала знают, что не так давно сломался мой УАЗик, зелененький, тентованный, который все уже привыкли видеть на канале. И у меня появилась грандиозная идея сменить автомобиль. УАЗ я свой починил. Сегодня вышла серия на канале про то, как мы весело и дружно с каналом Неформат на двух УАЗах покоряли, ну, рядышком с домом снег, там не сказать бездорожье, просто порезвились. И тем самым произвел я тест-драйв после ремонта своего УАЗа. Он полностью исправен и готов к продаже. По поводу продажи своего первого УАЗика зеленого, который на канале уже давно, я запутался в УАЗиках, столько УАЗиков, я дополнительно сниму видео, расскажу, что в нем сделано, что в нем нужно сделать, сколько он стоит и как его можно купить. Ну и, соответственно, добавлю его на сайты объявлений. Этот же красавчик был куплен вот-вот-вот, прям час назад, на смену УАЗику куплен другой УАЗик. Зачем была взята буханка? Задача следующая. Эту буханку помыть, почистить, навести порядок в салоне, потому что там, мягко говоря, бардак. Сделать какое-то место спальное. Смотрите, ну это колеса мне отдали, понятно. Вот эту стенку нужно куда-то переместить, сдвинуть. Очень много информации в интернете. Буду пробовать. Из вот этой задней части сверху нужно будет сделать спальник, на котором можно будет отдыхать, когда приезжаешь на природу. Выезды на природу я очень люблю. Здесь же нужно будет навести порядок и сделать какой-то типа чайничек, типа печка, чтобы можно было здесь кушать, на природе готовить еду. Ну, такой мини-кемпер. Все это должно уложиться в небольшой бюджет, в пределах 40 тысяч рублей. Как это можно будет сделать? Можно будет посмотреть на моем канале YouTube. Подписывайтесь. В течение, наверное, полугода, может быть, чуть больше, я буду заниматься этой задачей. Получится или не получится в этот бюджет уложиться. С какими нюансами я буду сталкиваться, как я их буду решать. О всем этом... Слово какое-то сложно. Об всем. Обо всем. Ну, неважно. Обо всем этом и многом другом про автомобиль «Буханка» будет на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока.